Здравствуйте! На Первом Карагандинском новости, в студии работает Гульнур Жакен. Водитель маршрутки высадил 6-летнего ребенка и его маму в мороз на окраине города. Карагандинцы стали жить лучше. Только среднемесячная зарплата и доходы жителей Караганды в прошлом году увеличились на 7%. Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира. Очередной скандал разгорелся на рынке «Горняк», что в Майкудуке. Контейнером практически заблокировали проход в овощной павильон. Хозяйка контейнера на уговоры освободить проход пока не реагирует. Пришлось торговцам объединить свои усилия и обратиться не только в правоохранительные органы, но и к нам, на Первый канал. Проникновение в овощной магазин на рынке «Горняк» – дело сложное и небезопасное для одежды и пуговиц. Предприниматели теряют покупателей, а последние не желают посещать овощной павильон. Мы постоянно здесь покупаем товар. Товар, во-первых, в этом магазине дают всегда выбирать нам самим. Нам это очень удобно. Цены здесь очень приемлемые, ниже, чем в других магазинах. И это, наверное, сознательно поставили, чтобы мы не смогли зайти в этот магазин. Нынешняя владелица контейнера, госпожа Атимбаева, предоставила приказ акимата о разрешении установки торговой точки. Но адвокат, защищающий интересы торговцев, не удовлетворена этим документом. Постановление дома. Вы знаете, меня, например, интересует, чтобы вы мне дали проект, который вам сделали геодезисты. Потому что геодезисты, когда вам постановление выносят на основании геодезии, они должны выставить вам границы вашего земельного участка. Да, есть. И вот такое передвижение. Да, да, да. Ну и где у вас границы? Вот скажите, где у вас вот сейчас в настоящее время границы? Вот, пожалуйста. Не только границы волнуют адвокаты и людей, которые страдают от расположения контейнера. Нарушено целевое назначение торговой точки. Однако данный контейнер используется не по назначению. Значит, да, Атимбаева продает в данном контейнере обувь. Мало того, контейнер, значит, я как понимаю, он намного больше, чем киоск для продажи газет и журналов. Таким образом, мы подразумеваем, мало того, что нарушено целевое назначение данного объекта, идет захват земли, потому что он больше по, значит, габаритам, и стоял данный контейнер на проезжей части дороги. Но с дороги хозяйка контейнер сдвинула, правда, заблокировав проход в овощной павильон. Несмотря на явное нарушение всех правил и норм, контейнер ни на йоту не сдвигается ни влево, ни вправо. Уже был инцидент, когда мусоровоз из-за безалаберной установки контейнера снес видеокамеру на магазине. Восстанавливали, конечно, сами хозяева. Неужели, чтобы защитить права одних предпринимателей и доказать неправоту других, необходимо поднимать вопросы в прокуратуре, акимате и других административных органах? Все же очевидно. Но упрямое «но» мешает привести проблему к общему знаменателю. А страдают жители микрорайона Майкудук. Кому от этого легче? Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Водитель маршрутки высадил 6-летнего ребенка и его маму в мороз на окраине города. У них не хватило денег на билет. В итоге ученик попал не в школу, а в больницу из-за переохлаждения. Утром Татьяна отвозила младшего сына в школу. В маршрутке выяснилось, что в спешке она не взяла с собой денег. На проезд не хватило 30 тенге. Татьяну с ребенком отказались выпустить из автобуса, а затем отвезли на другой конец города и высадили на окраине. Возможно, этот акт расценивался как воспитательный. Мать с сыном стояли на морозе, пока их не подобрала полицейская машина. У ребенка на щеках блестели застывшие слезы. Много чего видевшие патрульные подобному варварству удивились. В итоге мальчик оказался в больнице. Причина его заболевания, как считают врачи, переохлаждение организма. Татьяна уже подала заявление о неправомерных действиях водителя в городской отдел коммунального хозяйства и транспорта. Если к водителю не будут приняты меры, она обратится в прокуратуру и в суд. Компания «Жизказган Энергосбыт» подала в суд на троих руководителей ветеранской организации. Причиной послужила заметка в городской газете, которая якобы затрагивает деловую репутацию монополиста. Подробности в следующем материале. Эта история началась в 2011 году. В Жизказгане появилась новая энергосберегающая организация, которая устанавливает тарифы и собирает деньги за услуги. Сразу после своего прихода она увеличила стоимость на электричество, с которой не все жители города были согласны. Тогда мы платили по 6,27 за киловатт-час. Они по 7,87 сразу объявили. Ну, мы тут сразу поинтересовались, что за эта организация. Значит, здесь вот
областном агентстве, значит, антимонопольника узнали, что за эта организация. Оказывается, эта организация здесь, вокруг Караганды, в сельских районах, себя зарекомендовал, показал, значит, с отрицательной стороны. По словам Акпанбетова, антимонопольный комитет запретил монополисту повышать тариф, но компания «Жасказган Энергосбыт» продолжает собирать деньги и устанавливать новую стоимость за электричество. В связи с чем в Совет ветеранов стали обращаться местные жители. Со своим недовольством они обратились в районные и областные СМИ. Сегодня уже 14.65, вот с января. Вот мы, во-первых, это незаконно. Действия. Во-вторых, они внедрились в город тоже незаконно. Это без составления договора с местным акиматом, без общественного слушания, ну и так далее. Поэтому мы стали, значит, возражать. Получить комментарий у монополиста «Жасказган Энергосбыт» нам не удалось. Сегодня представители этой компании находились в областном суде. Однако по непонятным причинам заседание откладывалось. Монополист хочет взыскать с обидчиков за клевету по 1 миллиону тенге, плюс расходы за дорогу. Как будут развиваться события, мы расскажем в одном из следующих выпусков новостей. Николай Кравецкий, Рад Рашитов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Похоже, что карагандинцы и в самом деле стали жить лучше. Только среднемесячная зарплата и доходы жителей шахтерской столицы в прошлом году возросли на 7%. Чиновники отмечают положительные показатели и в других отраслях экономики. В 2013 году в результате реализации государственных и отраслевых программ было освоено почти 76 миллиардов тенге. В агропромышленном комплексе вдвое увеличился валовый сбор зерновых, а масличных культур в 4 раза. Приобретено более 5000 голов скота по программе СБГ, обеспечен завоз около 230 голов племенного скота. В системе образования и здравоохранения тоже были замечены улучшения работы. В сфере образования введено в эксплуатацию 3 детских сада, 8 мини-центров. Охват детей дошкольного образования составил 98%. Здравоохранение, заболеваемость туберкулезом снизилась на 5,3%. Младенческая смертность на 20,6%. Проведен капитальный текущий ремонт 60 объектов здравоохранения области. С целью развития транспортной инфраструктуры построено и отремонтировано 750 километров дорог. В 2013 году отремонтировано почти 22 километра тепловых сетей, 273 километра электрических сетей и 369 километров водопроводных сетей. В рамках программы «Акбулак» построено и реконструировано около 440 километров водопровода. Запущен домостроительный комбинат, который позволит в рамках программы «Доступное жилье 2020» обеспечить потребность потребителей железобетонных изделий с элементами крупнопанельного домостроения. Отопительный сезон в городах и районах начал своевременно, все эти источники работают в штатном режиме. В прошлом году общественно-политическая ситуация в области стабильная. В 2013 году общественно-политическая ситуация в области стабильная. По мере выявления проблемных вопросов принимались необходимые меры по их разрешению. В государственный бюджет поступило налогов и других обязательных платежей около 300 миллиардов тенге. Бюджет области по доходам исполнен на 102%. Николай Кравец, Ажаз Габасов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Бизнесменам будут помогать. В этом обязал себя карагандинский областной филиал партии «Нур Отан». Также они будут решать административно-правовые вопросы. Партийцы и предприниматели уже подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание меморандума подразумевает, что стороны будут активнее участвовать в процессе совершенствования законов, которые касаются предпринимателей, а также вырабатывать меры для снятия административных барьеров. Кроме того, партийцы и представители палаты предпринимателей намерены способствовать развитию бизнеса в сельской местности и в моногородах нашей области. В соответствии с посланием, вы знаете, идет вместе с малым и средним бизнесом поддержка инвалидов. Значит, необходимо обеспечение трудоустройства инвалидов и привлечение их к активной общественной, то есть активно участвовать в общественно-политической жизни города, района и области. Вместе с предпринимателями планируется активизировать работу с людьми с ограниченными возможностями, привлекая их в бизнес и в общественные организации. Недавно стартовал проект «Будущее без барьеров». Совместно с малым и средним бизнесом будет разрабатываться механизм поддержки инвалидов и их трудоустройства. Ведь люди с ограниченными возможностями могут и хотят работать. Если у них нет необходимого образования, то будет оказано содействие их участию в государственных программах по переобучению и дальнейшему трудоустройству. Новые отношения ускорят и обмен информацией. Кроме подписания меморандума,
создание Совета защиты прав предпринимателей. При региональной палате будет создаваться Совет защиты прав предпринимателей, куда будут входить представители органов, контрольно-надзорных органов, это прокуратура, финансовая полиция, департамент внутренних дел, СС, пожарки и так далее. Когда мы будем оперативно те или иные вопросы решать. Таким образом, развитие бизнеса в регионе, в том числе и семейного, будет находиться под неустанной заботой постов партийного контроля и первичных организаций. Сергей Высокосов, Габиден Куружбеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В 2013 году в регионе снизилось поголовье крупного рогатого скота, уменьшено производство мяса и молока, а в некоторых районах не на должном уровне ведется работа по вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий. Об этом поднимались вопросы на совещании в областном акимате по итогам за прошедший год. В 2013 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил около 150 миллиардов тенге. В настоящее время изыскиваются резервы роста экономики в сфере аграрно-промышленного комплекса в 2014 году и ставятся конкретные задачи. Основной упор будет сделан на развитие животноводства. В рамках государственной программы «Агробизнес-2020» будет увеличено производство мяса, молока и яиц путем создания новых производств, таких как молочно-товарные фермы, модернизация птицефабрик и перерабатывающих предприятий. В 2014 год запланировано увеличение площадей посевов зерновых культур. В настоящее время площадь применения хозяйственного выражения составляет 230 гектаров, которые по вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, в текущем году будут увеличены до 1000 гектаров. Для этого в целях стимулирования сельскохозяйственных производителей планируется увеличить субсидии до 150 тысяч тенге на первом году внедрения. В данное время сельхозформирование готовится к проведению весенне-полевых работ. В области имеется достаточное количество кондиционных, семян и техники. Будет вестись работа по обеспечению необходимым количеством ГСМ для проведения весенне-полевых работ институтами развития акционерного общества «КазАгро» выделяются кредитные средства. Все эти мероприятия позволят увеличить производство продукции отрасли растениеводства. Кроме того, данный показатель будет обеспечен путем реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. В рамках государственной программы «Пассивное индустриальное инновационное развитие» реализуется 10 инвестиционных проектов, включенных в карту индустриализации, общей стоимостью 22,2 миллиарда тенге. А в карте индустриализации реализуется 20 инвестиционных проектов на сумму 15 миллиардов тенге. Все эти мероприятия подкреплены финансовыми ресурсами и предусмотрены соответствующие меры государственной поддержки, что позволит выполнить поставленные задачи. Николай Кравец, Ажаз Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Приближается один из самых важных праздников в году – 80-летие Караганды. Особенно рады этому празднику те, кто на протяжении долгих лет зарабатывал статус шахтерской столицы Караганде. Почетный шахтер Леонид Ершов за все свои 84 года ни разу не пожалел о том, что когда-то приехал в Караганду и проработал на шахте 30 лет. Леонид Ершов большую часть своей жизни провел под землей, добывая уголь. Многочисленные травмы, переломы, полученные во время работы, не заставили его бросить любимое дело. Для почетного горняка профессия шахтера была не только заработком, но и делом всей жизни. Либо ты любишь свою работу, либо нет, считает шахтер. Он как раз таки любил. Настолько сильно, что даже ни в какую не хотел уходить на почетный отдых. За многолетнюю шахтерскую деятельность, кем он только не работал на шахте. Я бурил сперва на волотбойщиков, на лопате. Потом бурильщиком, теперь крепильщиком, потом электрослесарем шахтным работал в лаве, когда я выучился на электрослесарей, шахтных электрослесарей. А потом уже я работал, это машинист, крепи, передвижку делал, вот это, машинист передвижной крепи, и руководил бригадой. Тогда в бригаде у нас было уже 13 человек. На шахте Леонид Ершов работал в одном из самых опасных мест – в лаве, как раз там, где и происходит добыча угля. О другой работе он и думать не думал. Мне предлагал брат, иди на лесной склад туда-сюда,
но там было заработок маленький. А я пришел в одной гимнастерке, в шинели, у меня ничего не было. Приехал с армии прямо сюда. И вот теперь, значит, я пошел, а выбирай какую профессию. Я в лаву пойду, и вот сразу в лаву. Несмотря на трудности и тяжелую работу, Леонид Ершов ни разу не пожалел о своем выборе. Ни одна полученная травма, ни мозоли не заставили его бросить шахту. Мне мозоли первые дни, когда я поступил, на каждом пальце у меня по две мозоли было кровяных. Но я не бросал работу. Так и продолжал с этими мозолями. Этот человек, как и другие шахтеры, заслуживает искреннего уважения и низкого поклона. Благодаря упорному труду и крепкому духу шахтеров, наша Караганда славится не только своим углем и шахтами, но и людьми, созидающими наш город, Новый Казахстан. Так что юбилей города по праву можно считать праздником наших горняков. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтиер Оспанов, Первый Карагандинский. Охота за призраком. Нет, речь идет не о приезде био-экзорцистов, а о премьере нового фантастического боевика режиссера Марины Кунаровой. Необычный для казахстанского проката экшен одними из первых вместе с карагандинцами оценили и наши корреспонденты. Казахфильм имени Шакена Айманова «Охота за призраком». Под бурные аплодисменты, немного стесненные подобным вниманием, в кинотеатр «Сары Жаляу» входят исполнители главных ролей Санжар Мадиев, Камила Ермекова и продюсер Айдархан Адельбаев. Артисты не задерживаются в главном коридоре, а стремительно направляются на второй этаж, где уже подготовлено место для небольшой пресс-конференции. Когда сказали, что будет премьера, если честно, не совсем поверил в это. И вчера, когда вчера же было, да? Вчера была премьера, и как-то вышли, думали, неужели он уже прошел? То есть 2 года прошло. Действие истории разворачивается в недалеком будущем. Гениальное изобретение глобальной корпорации под кодовым названием «Фантом» гарантирует искоренение преступности и безопасность во всем мире. Но это только видимая сторона «Фантома». Зловещий план корпорации кроется в установлении тотального контроля над разумом людей. Их цель – изменить ход истории, получить общество послушных марионеток, которые никогда не узнают, что их разумом управляют. «Фантом» постепенно ломает судьбу людей, но никто не может понять, что происходит. До тех пор, пока изобретение не разрушило жизнь двух влюбленных – Тимура и Киры. Она обвиняется в убийстве, а он должен приступить закон, чтобы спасти ее жизнь. Человек, которого он считал преступником, американский хакер Зак, неожиданно помогает ему найти истину и раскрыть заговор глобальной корпорации. Кстати, его роль исполнил Никита Пресняков. Съемочный период в Казахстане длился 3 месяца, чуть меньше в Америке – около месяца. Не совсем новый жанр в мире, но достаточно новый для нас этот жанр, когда используются новые технологии, там, прозрачные компьютеры. Да? Может быть, в скором времени это уже будет реальностью, но на сегодняшний день это как бы будущее. Да? Чуть-чуть будущее, ну, как мы боялись, сказал. Да, мы боялись. Главного кинозлодея сыграла американская актриса Кристана Лукен. Еще одна звезда боевика – Арманд Ассанте. Практически все трюки актеры исполняли сами. По словам Санжара Мадиева, специально для съемок в течение 1,5 месяца он и Никита Пресняков учились паркуру. Но так как Никита уже является профессиональным паркурщиком, трейсером так называемым, то я себя чувствовал просто обычным школьником на фоне него. Для Камилы Ермековой это уже вторая работа у режиссера ленты Марины Кунаровой. В 2010 году актриса сыграла в драме «999». Девушка уверена в успехе новой картины. С технической стороны фильм снят на новейшую камеру Red Epic при участии голливудского оператора Кертиса Петерсона, фильмография которого насчитывает более 90 фильмов. Международная группа по компьютерной графике в составе специалистов из Казахстана, Канады, Турции и Италии работала над созданием спецэффектов. Музыку к фильму написал талантливый казахский композитор Арман Мукатай. Экшен, как бы это больше вот именно, как Санжар говорит, это бои, трюки. А поскольку я сама работаю в театре, и для меня как-то драма и актерская игра вот именно... Ближе. Презентация ленты прошла на ура. Событие собрало массу желающих насладиться захватывающим по описанию прокатчиков фильмом. Судя по количеству пришедшей молодежи, интерес к казахстанскому прокату возвращается. Это не может не радовать. Остается пожелать картине «Охота за призраком» окупить себя в прокате. Марк Брюшко, Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский.
16-й досрочной победой карагандинец Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации весовой категории до 72 килограммов. Он вырвал победу у Усману Адамы из Ганы техническим нокаутом в 7-м раунде. Бой Геннадия Головкина, который прошел в Монте-Карло, завершился в 7-м раунде. Отметим, что Геннадий Головкин отправил соперника в нокдаун уже в 1-м раунде. В итоге матча 33-летний Усману Адама из Ганы принял решение остановить бой, а Геннадий Головкин праздновал победу техническим нокаутом. Заслуженный тренер Казахстана по боксу Нургазы Жералгапов тоже наблюдал за боем нашего земляка. Это наша гордость. Я думаю, что Гена оставил большой след в боксе, в спорте. Вот. Сегодня он является одним из сильнейших боксеров мира. Вот. Он был приглашен в Лос-Анджелесе на вручение Оскара. Вот. Были на этом вручении и Тайсон, такие великие боксеры, и Кличко, и наш карагандинец Геннадий Головкин. Я думаю, что это тоже для нас честь, что наш карагандинец достойно несет знамя нашего Казахстана. Вот. Я думаю, что Гена – это супер-мега-звезда. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Саугалмыздар.